Мы продолжаем рассказывать о том, какие интересные праздничные мероприятия ждут славянцев в День города и района с 22 по 24 сентября. Провести День города и района жители могут не только интересно, но и вкусно. 23 сентября в 10 часов утра на Театральной площади откроется гастрономическая выставка с презентацией кафе и ресторанов, где можно будет отведать разнообразные блюда и напитки, попробовать вкусного и ароматного плова, приготовленного в честь праздника. Вечером здесь же в 19 часов состоится концерт старейшего национального коллектива России – Кубанского казачьего хора. Еще одним подарком в этот день станет выступление двух молодежных шоу-групп «Трабл Макерс» и «Вокал Адреналин». Начало концерта в 9 часов вечера. 24 сентября в 20 часов вечернюю программу откроет ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница», покоривший сердца зрителей темпераментными и яркими номерами. Особым подарком для всех жителей и гостей станет выступление народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Начало концерта в 9 часов вечера. Завершится праздник большим ярким фейерверком. Поздравляем всех славянцев с Днем города и района!